Добро пожаловать в центр набора рекрутов UNM. Осмотритесь, войдите в лифт, чтобы попасть на наземный уровень центра. До того, как ты начнешь свою карьеру, если вы закончили базовое... Здесь ты можешь сделать свой выбор, солдат. Здесь ты стоишь на перепутье трех дорог. Добро пожаловать на космическую базу «Остров Пробуждения», пехотинец. Похоже, ты научился владению стандартным оружием, но теперь пришел... Не каждый может принять. Флот содержит тренировки. Если тебе нравится работать со взрывчаткой, это задание для тебя. На борту космического корабля. Разнообразно. База в поясе. На борту станции Антигуа. База в поясе. Разнообразная муниция. Движущиеся цели. Неподвижный. Служба в... Полидайский тренер... Главному офису... Полидайский тренер... Служба в наших колониях нелегка. Но Антигуа — это сущий ад. На борту Антигуа ты научишься брать... Осторожно, я получаю странные данные с радара за окном. Он становится нестабильным из-за... Быстрее! Critical decompression hazard in the cryo recovery suite. Давление в целом секторе падает. Запасы плюс, пока тебя не вытянуло в космос. Давай! Decompression event imminent. Please move immediately to cryo recovery B. Decompression event imminent. Этот аккумулятор разряжен. Неподалеку должно быть зарядное устройство. Используй его для зарядки всех электрических устройств, которыми... Хорошо. Тебе удалось уйти до полной ревитализации. Я дала тебе несколько кибернетических модулей. Ты можешь использовать их для модернизации своего кибернетического устройства в устройствах модернизации в этой секции. В данной секции находится несколько пунктов модернизации, по одной на каждую из функций устройства. Основные способности – ПСИ, оружие и технические навыки. Но используй модули аккуратно. Их очень тяжело добыть.
кто-нибудь может мне помочь? Я никак не найду свою карту. Well done. I'm uploading some more modules. Silence the disc. Oh!
любой компьютер в чат, отключил лифт. Ты можешь подать энергию на двигатели на палубе 1, но ты не... На каждой палубе есть хранилище химикатов, где ты можешь найти ресурсы, необходимые для исследования артефактов, найденных на корабле. Не пытайся унести все химикаты за раз. Это непрактично, и в этом нет необходимости. Программное обеспечение скажет, какой химикат нужен, и тогда... Hide.
there. Please make your selection. Требуется доступ. Требуется доступ. Это задание должно быть отложено. Мы не могли справиться с утечкой охладителя на палубе 1. Я потребовала Отлично. Я должен опять изменить код доступа к Риву. Эй, док, появился робот безопасности с приказами от тебя поместить этого солдата. Почему никто не слушает меня? Протоколы безопасности... Я должен был ограничить... Я был вызван около 4:30, чтобы помочь... Мне не удалось связаться с... Thank you.
Your
Ты сейчас на инженерной палубе. Найди ядро двигателя и перезапусти его. Это восстановит работу лифтов. Ко мне поступают странные данные оттуда, так что будь настороже. This is Xerxes, the caller. To avoid possible detention and execution, please respect the will of the many. Вероятно, радиация заблокировала доступ к двигателям. Ты должен найти способ очистить охладители от радиации. Что-то захватило контроль над корабельным компьютером. Он теперь работает на них. Здесь я немногим могу помочь тебе. Осторожен. Ты должен найти способ очистить трубы охладителя и добраться до ядра двигателя. На корабле должна быть резервная система для такого случая.
We do not know that. Is someone there? Selection. Отсюда. Я перекодировала замок в эту комнату. Может, это удержит их? Я направляюсь в грузовой отсек 2. Найди меня там. Я не знаю, что за секреты вы со своим новым дружком, капитаном Форестом. Делакруа была права. Этот корабль не в лучшем состоянии. Раньше я не могла избавиться от этих головок от Риггенбакера. Б...
Боже, забери меня отсюда! Я перекодировала замок в эту комнату. Может, это удержит их? Я направляюсь в грузовой отсек 2. Найди меня там. Yeah.
Until it's dropped. Требуется доступ. Требуется доступ. Это ЮНН и этот корабль. Но как я могу сопротивляться зову многих? Слабость моего отца приглашена в этот мир. Моя слабость приглашена в ее набор с фон Брауна. Могу ли я исправить то, что нет? Они задают нам работку. Мне не хватает тебя. Я знаю, что это глупо, но это... Я не знаю, что раздражает меня больше. Те, кто бегает тут с ружьями, дурацкие турели или наши предполагаемые союзники. Я должен найти Санджер. Она знает код доступа к управлению жидкостью. Я собираюсь пойти в грузовой отсек 2 и найти ее.
many things to us. На месте, Бек. Я имею в виду, это не то, с чем ты можешь сражаться, не то, от чего ты можешь убежать. Если ты любишь меня, не ищи меня. Затаись. Я не брошу тебя. Анатолий, ты должен открыть план.
научного персонала этого корабля. Если там есть что-то, это больше, чем Спок. Это больше, чем UFN. Тебе с этим не справиться.